Здравствуйте, добрые молодцы, красные девицы. А здесь Иван Царевич. Вышла моя новая книга «Вечный календарь» на основе народного крестьянского календаря «Месяцы слова». И мы с вами знакомимся с мудростью предков. Праздник каждый день на 365 дней. 20 октября. Сергий Зимний. Сергий Зимний. Другие названия праздника. Зиме начальник. Зазимки. Святоборы. Сергия зима начинается. С Матроны устанавливается. Сергий зиму начинает. Народная традиция в этот день. Садятся за завтрак только после кормления домашней живности. Замужние женщины в этот день одевают новые платки. Прошел праздник Покрова. Природа покрывается первым снежком, инеем, а женщина покрывается новым платком. Сергий зиму начинает, говорят в народе, и не удивляются морозам, которые могут ударить в этот день. В этот день может выпасть снег, деревья еще не полностью сбросили листву. Настоящие зимы ждут еще не скоро, не раньше, чем на Матрёну. 22 ноября. Сергий инеем травы бьет, а Матрёна зиме спять повернуть не дает. Говорили наши предки. На Сергия зимнего утром крестьяне первым делом отправляются кормить скотину. После этого садятся завтракать. И печь полагается растопить самому младшему домочадцу. Верят, что в этот день всю зиму в доме будет тепло. Водоемы еще не покрылись льдом, и поэтому необходимо опустить в омуты бочки с мочеными огурцами на длительное хранение. Зимой температура подо льдом примерно одинакова везде. И вполне благоприятны для хранения продуктов в бочках. И когда весной лед таял, хозяева доставали свои припасы из-под льда. На Сергия существовала традиция женщинам надевать новый платок на голову. Верили, что это защитит от головных болей в течение всего года. Поэтому любящему мужу советовали к этому дню прикупить для своей жены новый платок. Приметы. Если снег ляжет на Сергия Зимнего, то зима вступит в свои права на Матрёнин день, 22 ноября. Если в этот день выпал снег, а деревья еще не сбросили листву, значит снег растает. Если луна мутная и бледная, то скоро выпадет снег и стукнет мороз. Если лист с дуба и березы не чисто опадет, холодная зима будет. Добрые молодцы, красные девицы, всех приглашаю жить по вековечной мудрости наших предков. С учетом вашего климатического пояса, Северная Русь отличается от Южной, но календарь везде помогает вписаться в природные ритмы. Ура!